Здравствуй, Казахстан! И гости нашей солнечной страны. Вы не представляете, как сильно я ждал этого дня. С того момента, как я влюбился в компанию, я мечтал об этом дне, когда я окажусь на этой сцене. Давайте познакомимся немного поближе. Меня зовут Владимир, мне 34 года. Мою прекрасную супругу зовут Мика, она казашка, и да, я кьюбала. Нашу замечательную дочь зовут Юна, и, к сожалению, Мика не смогла приехать с дочкой, они остались в Сеуле, но они смотрят прямой эфир, так что привет! До Atomy у нас никогда не было опыта в сетевом бизнесе. Мы обычная алматинская пара, которая любит поесть, погулять и отдохнуть, поспать. Я преподаватель, айтишник, любитель пива и компьютерных игр. Моя супруга — преподаватель английского языка, зумба-инструктор и джаз-певица. За 15 лет работы в найме я никогда не выкладывался на 100%. Для того, чтобы лучше понять, вот кто мы с супругой такие, давайте я приведу аналогию. Представьте себе успешных людей. Наверняка вы слышали и видели такие истории, где талантливые люди в трудном детстве и неординарное мышление добивались высоких результатов. Эта история не про нас. Мы вполне обычная семья. И за 15 лет работы в найме, почему я не выкладывался на 100%? Потому что я творческая личность. Я всю жизнь так себе говорил. Я творческая личность. Что это значит? Это значит то, что я лентяй и романтик. То есть мне никогда не нравились те деньги, которые мне платили в компании. Мне всегда казалось, то, что я заслуживаю большего. Но я никогда не знал, как я могу достичь этого большего. Я был в постоянных поисках. В жизни случается всякое, и когда мы поехали в Корею, мы с Микой поехали не в поисках лучшей жизни, а в поисках спасения. Я сейчас не буду рассказывать эту историю, но мы оказались на самом дне. И когда я встретил компанию Atomy, я уже выкарабкивался из этого дна. То есть наша жизнь уже налаживалась. Я уже видел путь, в котором я выйду на заработок в 5000 долларов, но чтобы выйти на этот путь, мне надо было потратить около 5 лет жизни и отказаться от семьи. То есть работать все время, быть для дочери незнакомым дядей, а дома быть просто иногда гостем. И мне этот путь не очень нравился, но я не видел другого. Но я был в поисках. Именно поэтому, когда мне рассказали о компании Atomy, я, не задумываясь, зарегистрировался. Но когда мне рассказали о маркетинг-плане, я все выслушал и решил для себя, это не мое, потому что я не сетевик, я обычный человек, мне не нравится заниматься сетевым бизнесом, это не для меня. Но я принес домой продукцию и показал ее супруге. Мика взяла щетки, пасты, кофе, она очень обрадовалась, она очень любит, когда я домой что-нибудь приношу, и побежала сразу все пробовать. Побежала в ванну, почистила зубы, тут же заварила кофе, мы все это дело выпили. Так мы стали потребителями. И более 2 месяцев мы просто потребляли продукцию. Да, мы немного людей начали регистрировать, но за 2 месяца мы только 3 человек зарегистрировали. В январе супруга начала работать. Но я расценил это больше как хобби, потому что для меня работа — это когда ты выполняешь работу, и тебе за это платят. А супруга что-то делает, и я не видел от этого денег. Но, как вы видите, сегодняшний результат. К открытию Казахстана у нас получилось выйти на ранг «Шаронской розы». Я мечтал оказаться на сцене именно в этом ранге. Почему? Потому что это было бы лучшим доказательством того, что все, во что я поверил, все, о чем говорят люди, все, о чем говорят люди, то, что вы видели сегодня на видео, все выступающие, это все правда, это все работает. Любой человек, вне зависимости от своих способностей, от своего бэкграунда, может добиться успеха, если он этого действительно хочет, если он представляет себе, что для него значит этот успех. Это значило бы также, что уже десятки партнеров в Казахстане зарабатывают приличные деньги. Я думаю, это супер. У нас часто спрашивают, в чем секрет нашего успеха. Хотите, я поделюсь с вами? Секрет успеха, их на самом деле 3. Это абсолютная цена, абсолютное качество и абсолютная система. То есть я не шучу, это на самом деле так. Ничего бы не получилось, если бы не эти 3 ключевые составляющие. Что значит абсолютная цена, абсолютное качество? Это значит, что это продукция такого качества, что никто в мире больше не сможет продавать похожий аналогичный продукт по такой цене.
То есть нам никто не конкурент. Это же здорово, это же модель идеального бизнеса. Продавать лучший продукт по лучшей цене, и при этом ваши обороты могут только расти. У вас постоянно прибавляются постоянные покупатели. Никто от вас не уходит. Почему? Потому что мы никого не держим. У нас нет обязательных взносов, нет платы за регистрацию, нет никаких обязательств. Человеку незачем от нас уходить, потому что нет никакого стресса. Люди приходят, приобретают. Люди становятся счастливее, здоровее, богаче. Зачем куда-то идти? То есть к вам постоянно будут прибавляться ваши потребители. И абсолютная система, та система, которую разработала компания Atomy, она уникальная, где царит взаимопомощь и взаимовыручка. Путь от потребителя до шаромастера Шаронской розы мы с супругой прошли очень быстро, гораздо быстрее, чем это бывает обычно. И когда я начинал этим заниматься, у меня была такая мысль, то, что я хочу добиться этого ранга, и я поставил себе планку 2 года. Я готов потратить 2 года своей жизни, посвятить всего себя целиком и полностью, и за 2 года выйти на этот доход в 10 тысяч долларов. Потому что я никогда не зарабатывал 10 тысяч долларов. Для меня был реальный заработок 2-3 тысячи долларов. Я знал, как их заработать. Как заработать 10 тысяч долларов в месяц, я не знал. И всего лишь 2 года потратить на это, я думал, это не такой большой вклад, согласитесь. И тот факт, что получилось сделать это гораздо быстрее, еще раз доказывает, то, что Atomy — это уникальная компания. Также я хочу поделиться некоторыми ключами к успеху. Первый ключ к успеху, я считаю, самый главный — это любовь. Любовь изначально к жене. Если бы не моя любимая жена, то меня сейчас на сцене бы не было. Я бы ничего не смог добиться без поддержки жены. Потому что все то, что делает она, этого я делать не могу. И взаимно, то, что делаю я, не может делать она. Мы друг друга дополняем. И как вот сказали ранее, мужья, поддерживайте жен, жены, поддерживайте у мужей. Atomy — это действительно семейный бизнес. И не только муж, жена, мама, сын, дети, братья, сестры, все друг другу могут помогать. И расти гораздо приятнее, когда ты растешь вместе со своей семьей. Но любовь к жене — это не единственное. То есть на одной любви к жене далеко не уедешь, поэтому дальше идет любовь к самому себе, любовь к семье и любовь к жизни. То есть это как раз, мне кажется, то топливо, которое питает нас, чтобы мы выкладывались полностью для достижения наших целей. Именно это придает нам силы работать днем и ночью, чтобы добиваться своих целей. Но это тоже не все. После любви к себе, к семье, также идет любовь к компании. Как сегодня уже говорилось, я тоже влюбился в компанию. Когда ты теряешь сон, ты начинаешь изучать компанию от и до, ты понимаешь, насколько компания уникальная. Здесь очень много глубины. Я всем советую пересмотреть все возможные ролики в интернете, убедиться в тех параметрах, в тех аспектах компании, которые ее делают такой уникальной. И если вы потеряли сон на каком-то этапе, то вы на верном пути к успеху. Потому что мысли, которые вам придут, то те осознания, они лишат вас сна. Когда вы будете ясно видеть, где вы можете оказаться через 5 лет. Вам задавали такой вопрос? Где и кем вы себя представляете через 5 лет? Я никогда не мог на этот вопрос ответить. Сейчас я уже могу на него ответить. Любовь к компании — это тоже не все. Любовь к продукции. Без этой замечательной продукции, я повторюсь, ничего бы так не работало. Ну и это не все. Дальше идет любовь к людям. Первая часть девиза компании гласит «заботиться о душе». Что это значит? Это значит, то, что душа — это самое ценное, то, что есть у человека. И мы ни в коем случае не должны пытаться использовать в любых смыслах этого слова своих партнеров. Потому что ваши партнеры — это души, о которых нужно заботиться. Вам нужно помогать. Помогать вашим партнерам становиться успешными. Предоставлять им все возможные ресурсы. Не требовать от ваших партнеров каких-то результатов, каких-то регистраций, а просто давать им все, что вы можете. И ваши партнеры ответят вам взаимностью. Так, хорошо. Первый ключ успеха — любовь. Готовы услышать второй ключ к успеху? Да? Окей. Это профессионализм.
Если вы действительно хотите добиться успеха в Атоме и хотите добиться этого эффективно и в кратчайшие сроки, вам нужно стать профессионалом, вам нужно стать экспертом, вам нужно знать все о компании. Когда компания была основана, в каких странах компания открыта, в каких странах идет подготовка, какие планы глобального компании и какие цели намечает. Вам нужно знать все о продукте, какие продукты есть в компании, какие выходят новинки, какие есть планы, какие есть бестселлеры. Вам нужно знать, что для чего. Вам нужно знать все о маркетинг-плане, как считаются бинарные шаги, для чего они вообще нужны, как начисляются баллы, как высчитываются ранги, откуда берутся деньги, как высчитываются множители, коэффициент. Очень-очень много параметров. И вас этому никто не научит. Вы только сами можете этому научиться. Вы должны с жадностью вгрызаться в этот гранит знаний. С жадностью, с желанием и, конечно, с любовью. Становитесь профессионалами и экспертами. Это может сделать каждый. Третий ключ к успеху. В чем заключается третий ключ к успеху? Это правильные мысли и эффективные действия. Не нужно никаких оправданий. Вам нужно мыслить правильно. Вот как сегодня тоже говорилось, не думайте, что со мной не так. Думайте, что с вами так. У каждого человека есть своя изюминка. У каждого человека есть своя история. Есть свой опыт. Используйте свой жизненный опыт на 100%. Это вам поможет в развитии. Не пытайтесь быть кем-то, кем вы не являетесь. Все вы замечательные личности. У вас у всех есть множество способностей. Используйте их все. Не думайте неправильные мысли. Когда партнер начинает работать в Атоме, возможно, у него получается не так все гладко, как у других лидеров, у него может появиться мысль: наверное, что-то не так с моим спонсором. Наверное, мне нужен хороший спонсор, и тогда я добьюсь успеха. Это неправильная мысль. Правильная мысль должна звучать так. Мне не нужен идеальный спонсор, чтобы я добился успеха. Я должен стать идеальным спонсором для своих партнеров. Вот тогда вы заметите разницу и рост в вашей структуре. Вас не должны посещать такие мысли, то, что мне нужны идеальные партнеры. Где найти идеальных партнеров? Вы сами должны в первую очередь стать идеальным партнером для своего спонсора. Только тогда вы сможете привлекать точно таких же идеальных партнеров и к вам. Вы не должны давать себе какие-то оправдания, почему вы что-то не можете сделать. Как говорит мой дедушка, не могу — такого не бывает. Бывает — не хочу. Не умею — такого тоже не бывает. Бывает — просто не буду. Поэтому просто берите и делайте. В этом, кстати, и заключается четвертый ключ к успеху. Нужно пахать. Нужно очень много работать. Нужно делать. Постоянно, постоянно развиваться. Никогда не останавливаться на достигнутом. Всегда иметь цель впереди, четкую, ясную. Да, иметь большую, абсолютную цель. И иметь промежуточные цели. И иметь ближайшую цель, которую вы стремитесь достигнуть. Только так вы сможете выйти на вершину как можно более быстро и эффективно. Ни в чем себе не отказывайте. Живите на широкую ногу. Работайте вместе с компанией и развивайте, растите. Атоме — это уникальный бизнес, который позволяет вам расти вместе с компанией. Почему я с уверенностью могу заявлять, то, что любой человек может добиться успеха? Потому что ваши усилия в компании никогда не обнуляются, нет точки сброса. Все, что вы делаете, каждое ваше слово, каждое усилие, каждый новый партнер, каждый новый потребитель, все, что вы делаете, это вы наращиваете свой собственный бизнес. Здесь возможен только рост. Компания ни на каком уровне не скажет, что вот за этот месяц вы сделали что-то не так, мы обнуляем ваши усилия. Нет, вы можете только расти, ваши обороты могут только расти. И поэтому рано или поздно каждый человек со своей скоростью доберется до этой вершины. Я хочу выразить огромную благодарность компании, которая предоставила всем нам такой мощный инструмент изменить свою жизнь. Я хочу выразить огромную благодарность также Атоме Рус за организацию этого семинара. Согласитесь, сегодня все прошло шикарно. Благодаря усердной работе этой команды Казахстан смог открыться уже 26 июля 2019 года, когда десятки стран сидят и ждут. Они очень хотят работать, они хотят быть частью того, чего мы уже являемся. Мы с вами большие счастливчики. Впереди нас ждут еще большие вершины, большие возможности. Скоро откроется весь мир. Но пока он будет открываться, мы уже занимаем свои прочные позиции и поднимаемся по лестнице успеха. И
Наше достижение с Микой — это на самом деле не совсем чисто наше достижение. Это достижение всей команды. Потому что, как тоже правильно было сказано ранее, Atomy — это командная работа. Я хочу выразить огромную благодарность нашим партнерам. Я вас всех очень люблю. Низкий вам поклон. Наши партнеры — это наша вторая семья. Это такие замечательные люди. Я даже не представляю, как мы жили раньше, не зная всех вас. Каждый день с Микой мы разговариваем о вас, вспоминаем, радуемся вашим успехам, следим за каждыми вашими шагами. За всем, конечно, не уследишь, но мы стараемся. И мы всем-всем-всем желаем поскорее нас догнать и обогнать. И отдельную благодарность, пользуясь случаем и положением, хочу выразить также своей маме. Мама, я тебя очень люблю. Спасибо тебе большое за все. Когда я сидел и слушал, что говорила сегодня Стелла Хигай, я понимал то, что, оказывается, вот эти вот мысли-то были мне заложены не просто так. Все действия, которые я делал, все, что мне приходило в голову, это же все взялось не из пустого воздуха. Это все взялось от тебя, мама. Спасибо. Ну и папу своего любимого я тоже хочу поблагодарить, потому что он воспитал во мне честного человека. А папа, я тебя люблю. Ну, на этом моя благодарственная речь заканчивается. Я думаю, то, что теперь просто у всех присутствующих здесь просто нет больше, наверное, никаких предлогов или оправданий, чтобы вы не добились успеха. Поэтому каждый из вас, я думаю, сегодня после семинара пойдет и зарегистрирует как минимум 10 человек. Я желаю всем добиться успеха. Догоняйте, обгоняйте нас и встретимся на самой вершине. Всем спасибо!